звучит пасхальный тропарь на латинском и греческом языках. Весть о воскресшем Спасителе благодатью Божией и усилиями апостолов быстро распространилась по всей вселенной и нашла горячих приверженцев среди обитателей греко-римского мира. Не один народ, а все народы сделались наследниками евангельского обетования о грядущем царстве славы Божьей. Христос воскресе! Христос воскресе! Храм Христа Спасителя посетил по традиции президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Здесь же, справа от алтаря, находится и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Господу помолимся. Во святем.